Приветствую на канале Asmodeeplay. Мы играем Assassin's Creed 2. Торговцы восточными пряностями. Так, подождите. Новым налогом на содержание арсенала. Нам надо идти к миссии. Давайте я немного осмотрюсь пока и телепортируемся к месту. Можно быстрее. Так, что ж, поехали. Где Эмилио? Я приказал ему быть здесь. Ты приказал ему? Лично? Да, лично. Мне не нравится, что ты не доверяешь мне. Мне тоже. Возможно, он прибудет с остальными. Пойдем. Так, а мне сейчас надо следить за ним. Так, я понимаю. Конечно, принять. Ну что, как дела во дворце? Совсем непросто. Начальника доверяет только своим друзьям. Я пытался подготовить почву, дать ему несколько советов, но он слушает не меня, а других. Значит, нужно постараться и войти в круг его приближенных. Си, я понимаю. Но это труднее, чем мне казалось. Отчего же, Карло? Я не знаю, просто он... Да уж не доверяет мне. С чего бы вдруг? Это не моя вина. Я все время пытаюсь угодить ему. Выясняю, что он любит, преподношу ему то лучшее варенье из садов Сардинии, то самую модную одежду варенье из Милана. То есть ты никто иной, как подхалим. Что? Как ты меня назвал? Тряпка. Льстец. Лизоблюд. Мне продолжать? Бастарда. Ты не знаешь, каково после это. Вас. Ты не понимаешь, давайте, как мне тяжело. Я прекрасно тебя понимаю. А что я сделал? Иди понятия не имею. Ты просто чиновник. А я приближенный самого Дожа. Я с ним день и ночь. А ты только мечтаешь о таком. Блин, эти его забрали. Ты закончил? Едва ли. Теперь ты послушай меня. Все торговцы восточными пряностями. Уверен, что мы сможем привлечь Дожа на нашу сторону. Просто мне нужно выбрать. Они твои. Времени у нас, мягко говоря, не в избытке. Бенни. Так. Давай. Принцесса, подари мне поцелуй. Возьмем этих. Быстро. Пойдемте. Вы не пригодитесь, будете действительно уводить. У меня болят ноги. Может, побольше народу под крышей. Ты знаешь место, где можно спокойно обсуждать такие дела? Знаю. Там, где мне будет легче вас подслушать. Так. Тогда я вот сюда встану. Ну, вроде пока неплохо. Куда вы пошли? Бонжорно, кузен. Сеньор Карло. Мы думали, что Эмилио с тобой. Эмилио мертв. Что? Как? Это ассасин. Тот самый, который перебил семью Пацци. Он здесь, в Венеции. Экози. Да, я хочу за вами. Ты не знал об этом, Сильвио? Я ваш кошмар. Он может быть где угодно, прямо здесь, а мы не подозреваем об этом. Он убил Эмилио в его собственном дворце. И что будет с нашими планами? Время интриг прошло, братья. Мы должны действовать. Но, Марко, я так близок к цели. Еще пара дней, если я... Нет, все произойдет на этой неделе. Нам нужно идти дальше. Что, спалили, что ли? Что испанец думает об этом изменении в планах? Скоро сможешь сам его об этом спросить. Блин, ребята ушли. Он здесь? Прибыл из Рима? Это будет весело. Так говорят. Блин, блинский. Отлично. Возможно, он сам примет решение. О чем? Кузов. О том, кому из нас придутся в полуодежде. Вот так вот. Так, ты знаешь, что делать. Подлежит обсуждению. Мне казалось, что выбор очевиден для всех. Да, так. Тот, кто своим умом пока меня думался, как не спалили город. Практическая сметка очень важна, друг Си. Конечно. Но прежде нее правитель должен обладать мудростью, не забывай об этом.
Не забуду. Калма, Мич. Прошу, не нужно ссориться. Вы знаете, что решение принимать не вам. Совсем не факт, что он выберет человека из семьи Барбарик. Пойдем, пойдем. Ой. Отчего ему не выбрать меня? Я выполнял всю тяжелую работу. Так. Баста! Мы подождем его прибытия. Ты уверен, что он придет? Конечно. Да. Сеньор, нам нужно идти быстрее. Ну, теперь можешь повеселиться. Слежку. Слежку чуешь? Спасибо, Данте. Мы постараемся не отставать от тебя. Ба. Этот телохранитель — настоящая находка. Сколько ты платишь ему? Меньше, чем он того заслуживает. Парень же дважды спас мне жизнь. А вот собеседник из него сквер. Блин, да как так-то? Довольно, хватит молоть чепуху. Кто станет дожем, не вам решать. И, кстати, я не давал вам позволения строить планы. Простите нас, господин. Мы хотим только услужить вам. План таков. Дож Маченига умрет сегодня ночью. Как только это случится, Марко займет его место. Ви ринграцио, умилменте, маэстро. Отлично. Мессер Гримальди, ты близок к Маченигу. И потому сыграешь главную роль. Я понял. Сделай все как должно, и не будешь забыт. Пойдем со мной. Ну, пойдем. Крови не проливать, понимаешь? Все должны думать, что он скончался мирно и тихо. Конечно, господин. Насколько ты близок к нему? Я могу свободно гулять по дворцу. Пусть Дож не слушает моих советов, зато верит мне не меньше, чем близким. Так. Отлично. Тогда я желаю, чтобы ты проник на кухню и отравил его обед. Как скажете. Марко, ты можешь быстро достать подходящий яд? Стоит обратиться к моему кузену. Он подлинный знаток ядов. А, Сильвия. Так. Я к вашим услугам, господин. Что ты можешь добыть для нас? Вот сюда зайдем. Я потолкую со своими людьми на улице. Скорее всего, я сумею достать Харалу. Блин, блинский, ну он еще как раз. Хорошо, а что это? Две матрешки. Разновидности этого мышьяка обнаружить почти невозможно. Блин, сейчас они сюда уйдут. О, вабене, вабене. Значит, решено. Что вы задумали развлечься? Так, вы-то хоть не убегайте сейчас сразу. Вы не сюда, сеньор, мне не хватает. Блин, столько солдат в одном месте, это пипец. И что? Поверить не могу, тупик. Осторожно, друг! Ты не посторонился, видел же, что я несу на. Да мне какая разница, что ты там несешь? Папа, поставьте все заботы. Ну как же это возможно? Ты что? Аккуратнее с этим словом. Почему ты не посторонился? Видел же, что я несу много книг. Ну давай, потихонечку. Где тут? Вот в этой куче народа можно спрятаться. Прошу прощения, господин, но разве это не опасно для вас? Следует ли вам настолько углубляться в детали нашего заговора? Я чувствую, что должен заняться этим лично. Не доверяю вообще никому. Пацаны подвели нас во Флоренции. Я надеюсь, что вы этого не сделаете. Не беспокойтесь. Пацы были всего лишь кучкой глупцов. Пацы были влиятельным и уважаемым семейством, но их уничтожил один молодой ассасин. Не стоит недооценивать врага, который сейчас находится в вашем городе. Иначе Барбарику разделят судьбу пацы. А я где-то там стою. Действуйте быстро и наверняка. Белле, мне пора возвращаться в Рим. Времени мало. Не подведите нас. Давай. Не спалил меня? Ладно. Что я за кретин? Нужно было лучше следить за ними.
Теперь только Антонио поможет мне расхлебать кашу, которую я заварил. Ну что ж, телепортируемся тогда к Антонио. Так, заходим. Говори. Салют, белло мио, коме стай? Уже соскучился? Да. Прости, дорогая, но сейчас не время для утех. Я должен поговорить с Антонио. Срочное дело. Антонио! Эцио пришел! Эцио, аудиторе. Эцио, все ли в порядке? Карло Гримальди и Барбарига вступили в сговор с неким испанцем. Они собираются убить Дожа и поставить на его место своего человека. Тогда в их руках окажется вся Венеция и весь ее флот. И меня еще называют преступником. Ты мне поможешь? Я на твоей стороне, брат. Да и все мои парни тоже. И девушки. Грация, амичи. Но, Эцио, на этот раз все будет гораздо сложнее. Дворец Дожа охраняется лучше всех зданий в Венеции. Смелость города берет. Вот за это мы и любим тебя, Эцио. Пойдем, посмотрим на него. Что-нибудь да придумаем. Пойдем, посмотрим на него. Я уже знаю, как это заговор против Дожа. Страшное дело. Хотя предательством меня уже не удивишь. В детстве мне рассказывали, что дворяне добрые и справедливые. Я верил в это. Чувств. Мой отец был сапожником, а мать служанкой. Но мне хотелось добиться куда большего. Пойдем. Я усердно учился, но это ничего не значит. Коль ты не отпрыск знатного рода, то для дворян всегда будешь человеком ни... Картины? Нету. ...шего сорта. В другой раз. Так скажи мне, Эцио, кто настоящие аристократы Венеции? Люди вроде Карло Гримальди и Марко Барбариго? Нет. Я считаю, это мы. Воры, наемники и шлюхи. Ух ты. Пока мы спасаем Венецию и ее жителей, дворяне мечтают использовать их себе на забаву. Так, вот мы пришли. Давайте рассмотрим дворец. Нужно тщательно исследовать дворец. Осмотреть его под разными углами. За дворцом стоит высокая колокольня. Можно забраться на нее или по задней стене базилики. У тебя есть мысли на этот счет? Ну, конечно. Парадный вход для нас закрыт? Хе-хе, ла бене. Мы попробуем войти из парадного входа с Сапутелло. Ладно. Почему туда? Я, может, не хочу туда. Давай. Ну, что ты думаешь? Здесь мы не пройдем. Пока мы будем разбираться со всей этой стражей, они успеют убить Дожа. Ну, я же знаю, покуда идти надо. Чего, я уже бывал там. Блин, сейчас туда лезть надо еще. Ух. Этот идиот что-нибудь сломает. Полезли. Господи, без меня ничего не можете. А как инструмент у вас? Так, выше. Ну давай, давай. Давай, я залез. Сейчас ты давай, Калиш, залазь. Покуда ты там лезешь, только не сорвись. Ты должен быть запрограммирован сюда залезть. Так долго. Ты посмотри, тут повсюду лучники. И на стену здесь не заберешься. Сейчас бежим посюда. Тут по воде нам не ползать. Дио Бетто, как странно. А, ты-то не прыгаешь, точно. Он в своем уме? Так, нам куда?
Пойдем по обычному, привычному нам маршруту. Давай, давай. Вот она, эта грань. Бонжорно. Туда мы не заходим. Бежим. Еще немножко, еще чуть-чуть. Так, так, так. Наверх? Нет, вот. Бенни, нам повезло. Похоже, что по лесам можно взобраться на крышу базилики. Ну что, вперед? Я и так мог залезть, блин. Единственное, что вот этого казалось, с собой тащить придется. Оп. Оп, оп. Ну давай. Ты должен забраться. Я-то залез. Так. И вот сюда приходи. Я тебя буду здесь ждать. Это, кстати, недалеко от гробницы, где мы были. Эцио, смотри. Это же он. Гримальди. Сеньор, неужели вы не понимаете, что я вам предлагаю? Пожалуйста, выслушайте меня. Это ваша последняя возможность. Как ты смеешь? Прошу прощения, я не хотел вас оскорбить. Я просто забочусь о вашей безопасности. Время на исходе. Через ограду не перебраться, да и стражники повсюду. Дьявол! Не отставай. Это невозможно. Возможно. Человеку туда вход заказан. Только птица пролетит. Да, птица. Постой, куда ты? К своему другу Леонардо. Телепортируемся к Леонардо. Заходим. Леонардо, помоги. Мне нужна твоя помощь. Она работает? Что? Что ты сказал? Твоя машина работает? Она в самом деле летает? Не знаю. Это всего лишь опытный образец. И он еще не готов. Испытывал? Нет. Это слишком опасно. Чтобы испытать ее, нужно спрыгнуть с башни. Какой безумец решится пойти на это? Леонардо, кажется, ты нашел такого безумца. Да, ну это еще не все. Давайте, нам сейчас надо брякнуться. Как она работает? По-быстрому. Ты когда-нибудь наблюдал за полетом птиц? Дело не в том, чтобы быть легче воздуха. А в том, чтобы сохранять равновесие, ты должен использовать вес тела, чтобы менять высоту и направление. Удачи, Эцио. Давай прототип. По-быстрому, давай, вниз камнем. И разбежавшись, прыгнул со скалы. Ах, почему я падаю? Это просто смешно. Дворец слишком далеко. Дьяволу! Я сдаюсь. Я скорее сам убьюсь, прежде чем убью еще одного тамплиера. Ну, тем не менее, смотрите, я... Вот сюда приземляемся, давай. Над водичкой. Невероятно! Она работает! Работает, клянусь, ты полетел, Эцио, полетел! Си, но не очень далеко. А чего ты ожидал? Эта машина не рассчитана на дальние перелеты. Ладно. Я еще раз посмотрю на чертежи. Попробую отыскать способ увеличить дальность перелета. Эцио, мне сообщили, что Карл уже добыл яд. Нужно торопиться. Антонио, это Леонардо, гениальный изобретатель. Он построил этот кусок дерьма. Эй, дело не в машине, а во мне. Я проверил и перепроверил чертежи. Увеличить дальность полета не выйдет. Это невозможно. Дурацкая затея, мать ее. Ну, будь внимателен, Леонардо. Эврика! Ну, конечно! Гению! Что он там делает? Тепло поднимает. Ей нужен огонь. Горячий воздух под крыльями поднимет машину. Леонардо, чем сможет пригодиться один костер?
Не один костер, Эцо, а дюжина по всему городу. Столько костров, сколько нужно, чтобы доставить тебя ко дворцу Дожей. Как? Каписко. Мои люди сделают это, но ты забыл о стражниках. Не волнуйся, я разберусь с ними. Я дам приказ своим людям следовать за тобой и занять позиции. Когда солнце скроется за Сан-Марко, они зажгут костры. Окей, да. Давайте. Так, мне надо расчистить путь, что ли? Так получается? Да. Расчистить путь. До нашей безумной идеи. Вперед, вперед. И не шагу назад. Хочу остановить. Вперед! Да подождите, вперед. Блин, да я даже не того захреначил, чтобы. Ну-ка, давай-ка. Опа. Так. Поднимемся по-быстрому. Давай-давай. Иди сюда! Он сошел с ума? Не дерись, как мужчина! Ну, вроде пока нормально прошло. Поднимемся и посмотрим сейчас, кто еще остался. Так. Неплохо. Он утирает! Да тихо ты, что ты горюшь? Опа! Переплывем. Нам, наверное, вот сюда. Ага, на корабль. Это просто смешно. Винченцо должен... Ничего. А, мне надо всего 4 площадки расчистить. Да что ты волнуешься? Иди вот и все. Мы же не Дожа охраняем. Кстати, а что мы охраняем? Какой-то груз из Китая. Цветной порох, припасенный для большого праздника. Очень дорогой. По мне, так эти аристократы просто сорят деньгами. Оп. И уходим. Уходим. Нет, не сюда. Я уже видел его. Он убегает. Держи его. Подождите его, держите его. Вот он. Бейте его. Так. Давай, молодец. Задай ему. Чё, Эколо? Вот так. Оп, чёрт. Свидетели были устранены. Никаких шансов. Естественно, никаких шансов. Это же я был. Не какой-то там дилетант. Петя Печенюшки. Какой? Так, теперь наверх. Эй, эй, ты что, правил не знаешь? У тебя настолько жалкий вид потерявшегося напуганного кролика, что мне даже не хочется тебя наказывать. Значит, без глупостей, да? Да. Еще одна такая сцена, и ты труп, ясно? Хочешь повеселиться? Вам нужно расслабиться. Привет, давай. Я вас люблю. Вот. Займитесь пока ими. Оп. Я убью всех нарушителей. Вниз, быстро! Так, спокойненько. Все? А, нет, еще один. Укрыть сегодня будет пир. Свежее мясо засеяно. Объедение. Оп. Эх, оп. Давай, где он там? Вот он. Эколо, бей его.
Давай еще раз. И дубинка этой же его. Так. Как я понимаю, это вот эти на крышах. По-быстрому давай. Сноси его прям с места. Сюда. Оп. Так, ладно. Где-то еще один. Конечно, так сейчас его утопят по-быстрому. Ну, вот он. Давай, давай, давай. В таких латах-то не поплаваешь. Правильно? Так, девчули. Красотули. Сюда. По-быстрому. Да стойте, стой, стой, стой. Кстати, что в этих клетках хранят? Какие-то веники сушат. Давайте за мной. Бум. Нормально. Теперь Леонардо. Блин, по этой Венеции будет в Канаде плавать мало удовольствия. Эй! Из-за вашей глупости мои фрукты превратились в кашу. Ладно, пойдем. Там еще бежать и бежать. Раз. Направо. Ага. Не получится вот так, как хотелось бы так быстро. Ничего. Осталось немножко добежать. А, кстати, портной. Подходите, не... Ну, за поглядеть денег не берут. Ладно. Переходим сюда. Блин, близкий. Давай. Я знаю, что ты можешь. Не надо прибедняться. Опа. Вот сейчас полетаю. Пора. Ты сделал это? Отлично. Си. Надеюсь, твой план сработает, потому что времени у нас почти нет. Эцио, слушай внимательно. Лети выжить от костра к костру. Их жар поднимет машину и поможет тебе удержаться на нужной высоте. Бенни, будь осторожен. На крышах лучники. Не дай себя подстрелить, иначе твой полет будет очень коротким. Вот бы я смог пользоваться клинком во время полета. Но ноги-то у тебя свободны. Если подлетишь близко к лучнику, пока он не успел всадить в тебя стрелу, сможешь спихнуть его с крыши. Ладно, сейчас или никогда, амико мио. Этим я не хочу заниматься. Хотя где-то вроде такие есть задания даже. В этой игре или не в этой игре. Что это? Стреляйте! Стреляйте в крылатого демона! Я тебе дам, демон. Вау! Нет, нет, вот так вот не надо делать. Блин, точно. Вперед не надо жать, это он
Сейчас исправим эту ошибку. Давай. Что это? Стреляйте! Стреляйте в крылатого демона! Вот так. Лево-право тут. И немножечко назад. Вот мимо. Оп, и не попали. Так, а я хоть куда плыву-то? Туда, куда надо? Оп. Давай, давай, давай. Ну, пока вроде правильно плыву. А что это у меня такое-то случилось? Что ты вниз-то у меня так спикировал-то? Я что-то не туда нажал куда-то? Или мышкой надо управлять? Вот так. Ладно, сейчас разберемся. Не так все хорошо начиналось. И так все отвратительно закончилось. Что это? Стреляйте! Стреляйте в крылатого демона! Так. Вроде на тренировке-то самый первый запуск, когда был, не было такого. Ну вот, все правильно, нет такого. Вот назад нажимаем уже. Нормально туда идет. Вот, поднялся. Из глубин. Так, ладно. Ой, блин, большой круг придется делать. Ой, большой. Давай. Не работает. Оп. Блин. Давай, я смогу. Я смог. Вот, еще и рыцарь одного столкнул. Нормально, мне это нравится. Как зигзаг. Он подобрен. Что это было? Не беспокойтесь. Наверное, дети балуются хлопушками. Ну, ваш ход. Так, я один хрен не успею отравить его. Ой, это отравить. Спасти. Конечно же, спасти. Стойте, сеньор, не пейте! Ты опоздал. Дож мертв. Что? Карло? Простите, сеньор. Вам стоило придавать больше значения моим словам. Ты проиграл, ассасин. Простите меня, сеньор. Я хотел... Зачем? К чему все это? Блин. Ассасин! Ассасин! Он убил Дожа! Дож убил! Да беги! Далеко не уйдет. Вот и все, пробили. Теперь надо смотаться отсюда. Похоже, ассасина может убить лишь другой ассасин. Мы убиваем, полагая, что так будет лучше для нас. Верно, мистер Эцио? Я делаю это не ради себя. Я приношу эту жертву во имя всеобщего блага. Покойся с миром. Так, надо сваривать. Ты убил меня! Ты убил меня! Куда ты пальцем-то тычешь? Почему ты в меня-то тычешь пальцем? Пора, умри, дорогой! Умри! Попробуй еще раз! Бей его! Так. Черт, он уходит! Я вижу его! Он там! Да. Хоть 10 раз ты меня бить. Хоп. Видали, как я умею?
Вам так никак нельзя. Вы не настолько круты, как я. Вот и все. Получена страница кодекса. Ну ладно. Ну уже, ну уже. Венецианская республика. Так, это новая, да, открылась у меня? Так, хорошо. Новая локация. А где-то у меня новая локация открылась. Вот она. Вот этот краешек. Эцио, Дио мио, ты жив? Говорят, ты убил Дожа? Да врут, врут. Я пытался спасти его, Леонардо. Слухи врут. Но истина ничего не значит. Я проиграл. И сейчас я самый опасный преступник по всей Венеции. Хоть тут тебе повезло. В Венеции сейчас время карнавала. Куда ни глянь, везде не лица, а маски. Именно поэтому я здесь. У тебя не найдется для меня маски. Конечно, конечно. Где ты здесь была? Давай. Спасибо, друг. У меня тоже есть кое-что для тебя. О, еще страница кодекса. Ага. Непростая штука. Тут чертеж нового устройства, друг мой. Оно крепится на запястье, но это не клинок, скорее армадафоко. Но маленькое, словно воробушек. А это возможно? Понятия не имею. Возможно. Вот сделаем, тогда и узнаем. Так. Потренируйтесь в использовании. Пойдем потренируемся. Так, а как мне? Ну? Давай. Выбрать оружие. Вот она. Так. На. Есть. Где? А, вот он. Бум, есть. Нет, нет, не так, не так, не так. Вот так зафиксировал. Стрельнул. Блин, заработал себе еще, да, красную. Да. Спокойно. Спокойно, гражданин. Он не может ходить. Так, испытание прошло. Я в долгу перед тобой, Фрателло. Мачарто, но ведь ты вернулся не только ради новых игрушек, верно? Все дело в этом ужасном новом доже, Марко Барбарико. Тогда поговори с Антонио. Последнее время я часто вижу его у нашего друга. На твоем месте я бы поискал в квартале Дорседуро, к югу отсюда. Спроси сестру Теодору. Сестру? Ну, в общем, да. Сестру. Да, Эцио, там ты сегодня не сможешь носить оружие. Спасибо, Леонардо. Так насчет маски. Готово. Самую красивую маску давай. Так. Ну что ж, пойдемте. Телепортируемся. Так, вот еще один значок тут. Так, где ты? Вот здесь. Да подай, уйдите, блин. Так. И как мне это сделать? Тебе никак. Блин. Что такое лента?
полезно. Давай. Так, вот он. Так, вот еще один значок тут. Так, где ты? Вот здесь. Уйдите, блин. Тебе никак. Блин. Что такое лента? Полезно. Так, прибежали к месту. Сестра! Сестра! А вот он развлекается. Антонио, нужно поговорить. Эцио! Эцио аудиторе! Теодоро, познакомься с самым талантливым человеком в Венеции. Мадонна. А, сестра Теодоро. Не подумал бы, что ты так интересуешься религией. Смотря что понимать под религией, сын мой, в воздаянии нуждаются не только души мужчин. Иди к нам, Эцио. Ну, выбей. Тоже верно. Познакомься с дамами. Убийца! Мясник! Он зарезал Лючи и украл ее деньги! Итак, мистер Эцио, посмотрим, насколько вы талантливы. За ним! Без проблем, мадам. Так, он на крыше. Хорошо. А, нет, подождите, он не должен быть на крыше. Вот здесь вот он. А ты кто, черт побери? Убирайся! Так. Блин, да я думал, это ты. Блин. Так-то мне гоняться за тобой. Клянусь! Она смеялась надо мной! Она заставила меня! Да, отойдите вы! Эта кровь будет на твоей совести! На. А ты кто такой? Вот так. Я дам тебе кровь на твоей совести. Ты из меня хочешь убийцу сделать? Тирана? Не выйдет. Плачу! Просто взять не делай. Оп. Вот и убежал. В принципе. Потому что сюда за мной никто не прыгнет. Вылазим. Ну ладно. Свежие пиявки. Кому? Пойдем, пойдем. Сюда. Итак, убить мы убили. И обратно к сестре вернулись. Ha ha ha!
примите нашу благодарность, отцу. Почему за тобой все время приходят неприятности? Антонио, полагаю, ты знаешь, зачем я здесь? Чтобы избавить Венецию от Марко Барбариго. Все верно. Эдсо, мы уже один раз пошли на такое. А новый дождь тамплиер оказался еще хуже прежнего. Не говоря уж о том, что он никогда не покидает дворца. Да, но сегодня он выйдет. Марко не сможет пропустить карнавал. А откуда ты знаешь? Более того, у него сегодня будет самый пышный праздник. Правда, попасть туда будет нелегко. Каждый гость должен быть в золотой маске. А если ты решишь подделать ее, знай, все они пронумерованы. К счастью для тебя, у меня есть план. Проблема. Давай попробуем выиграть маску. Давай. Ну, это, конечно, сложновато. Ты хочешь спросить меня о чем-то? Да, прости, но почему ты носишь монашеское одеяние, если ты не монахиня? А кто сказал, что я не монахиня? Я невеста Господа нашего. Но ведь ты куртизанка. Ты управляешь борделем. И что? Здесь нет никакого противоречия. Я сама решаю, как поступать со своей верой. И со своим телом. Как и многих молодых женщин, меня привлекала религия. Но вскоре я разочаровалась в верующих. Для мужчин Бог — это идея, которую они понимают разумом, они чувствуют сердцем и всем телом. Особенно одним местом. Чтобы спасти свою душу, всякий мужчина должен научиться любить. Этому мы с девочками и учим наших прихожан. Я поняла, что священники не разделят моих взглядов, поэтому создала свою церковь. Необычную, но благодаря нам дух мужчин становится тверже. Ага. Полагаю, что не только дух. Укрепляется там, да. Все. Благодаря вам. Так что... Так. Ну-с, приступим. Сеньоры, сеньоры, подходите все! Карнавальные игры, карнавальные, да? Карнавальные игры скоро начнутся! А я уже Хватит здесь. Хватит у вас кураджо вступить в состязание за такой великолепный приз! Сегодня, как и каждый год, один, только один счастливчик выиграет золотую маску и сможет попасть на бал, который устраивает наш любимый дождь. Кто откажется от такой удивительной награды? Да я выиграю это. Подходите! Я выиграю все соревнования. Тот, кто сегодня победит только во всех я. Четырех только играх, мне. Вечером отправится в гости к самому дождю. Мне надо туда попасть. Потому что только мне нужна ему смерть. Давай, Эцио, действуй. Ну что ж, давайте выигрывать. Пока. Вот давай вот с этого начнем. Это у нас что, поцелуй? Добро пожаловать, господа. Выиграете вы или проиграете, но эта игра вам точно понравится. Дамы? Ну давай. Правила игры таковы. У каждой дамы в этом квартале есть лента. И вам нужно собрать их. Кто наберет больше всех лент за отведенное время, еще на шаг приблизится к золотой маске. Давай. Поехали. Ну же. Блин. Есть что-нибудь для меня, Беллами? Так. Вы все давай, чудесно выглядите. Постойте. О боже, ты возомнил себя Цезарем? Так. Я с вами, можно? Ну, где-то здесь, подождите. Вот они. Могу так. Я взять у вас ленту? И вот... Вот здесь, а вот... Здесь девочки. Добрый день, дамы. Так. Могу я взять у вас ленту? Можно взять. Бена. Есть что-нибудь для меня, Беллами? Так. Давай, осталось последнее вот здесь вот. Здравствуйте, девушки. Я с вами, можно?
28 лент. Надо было 25, я же 28 собрал. Ты победил! Ну, это ты самое собрал легкое. Больше всех лент и доказал, что дамы отдают предпочтение тебе. И ты еще на шаг приблизился к величайшему призу всех времен. Так. Блин, где-то тут игра такая бесячая есть. Так, ладно. Отходите, друзья! Свежие ходички. Давайте подальше вот здесь вот. Нет, далеко. Давай, что тут у нас? Рядышком. Вот это вот ближе будет. Это у нас не драка или случайно? Так, куда, куда? Куда-то сюда ведет дорога. Далека дорога твоя. Ну? Отходите! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Правила игры просты. Беги к середине поля, обгони противников, захвати флаг и вернись. А, вот она, бесячая игра. Если флаг у соперников, сбей их с ног и забери флаг. Захвати флаг три раза, и тогда, возможно, получишь золотую маску. Давай. Это, блин, своего рода, так это, вот, у халвы есть такой этот... Флаги таскать-то там. Давай. Да блин. Блин, блинский. Опа. Перехватил. Давай, ползи. Нет, на это я не способна. Блин, флаг у меня, да, пока? Главное не дать себя поймать. Вот так вот. Давай. Блин, сейчас надо немножечко пошустрее. Давай. Давай. Да. Да блин. Так, куда ты бежишь на этот раз? Но мне тебя не догнать, я так понимаю. Тебе же тоже наверх куда-то надо забраться. Так, ладно. Попробуем на этом верху оказаться раньше тебя и перехватить тебя у финиша. Ну и где ты? Блин, тварь ты такая, сейчас прыгать буду. На. А, ты тоже прыгнул? Блядь. Девчата, да вот вы мне сейчас нисколько не помогаете. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Только не в этом платье. Так, флаг у меня. И я теперь бегу в другую сторону. Ничего страшного. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
На. Опа, опа. Вот если ты меня там не поджидаешь. Так, надо будет лекарства закупить. Вот что надо будет сделать. Так. Оп, оп. И поднимайся, поднимайся. Блин, блински. Опа. Успел. Флаг три раза мой. Вот победитель! Ты защитил свой флаг и захватил вражеский. Ты доказал, что тебе нет равных в бою, и еще на шаг приблизился к победе. Нифига себе. А где лекарь? Пилюльки? Уйдите. Подходи, не стесняйся. Так, лекарство. Сейчас тебе станет лучше. Не хворай. Теперь мне туда куда-то надо. Далековато, конечно. Но мы справимся. Что вы задумали? Мы задумали выиграть золотую маску. Так. Где? Вот он, вот он. Кто следующий? Добро пожаловать! Хочешь участвовать в соревновании на скорость и выносливость? Это что такое? Тебя ждет множество препятствий. Сама игра проста, но победить в ней почти невозможно. Начинай, когда будешь готов. Первый участник, который побьет рекорд, на шаг приблизится к золотой маске. Так, а что надо сделать? Ну-ка, давайте почитаем. Побейте рекорд, установленный предыдущим бегуном. Блин. Ладно. Бегите, бегите, трусливый. Давай. Наверх. Наверх. Блин. Шоу-то, конечно, все красиво и хорошо, но, блин. Опа. Да, опаньки. Да, потушеньки. Давай, 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 давай. Опа. На. Пока все идет по плану. Беги, беги. Вот сюда. Блин, тебе главное не проморгать. Мне дает этот круг, да, сколько-то времени накидывает. Немножко совсем, но, по крайней мере, лучше, чем ничего, сколько кругов, блин. Давай, 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 ползи быстрее. Осталось-то хрен да ни хрена. Главное бежать. Главное не останавливаться. Куда, на корабль? Успел? Ты победил! Теперь всем ясно, что ты самый быстрый и сильный в Венеции! Ты на шаг ближе к главному призу! Ну... Все равно кто-то должен... быть. Так, последнее испытание. Испытайте свои силы. Добро пожаловать, бойцы. Игра проста. Правило в ней одно. Никакого оружия. Сражение закончится, пока не останется только один. Кто это будет? Ты? Или ты? Это я.
Буду я! Кому достанется золотая маска? Так. Победи всех соперников. Вот выйдет следующий участник. На! Ну, пока неплохо. На! Есть еще товарищи? Конечно! Ну-ка. Стой. Толстого, бей толстого. На. Кое-как, конечно, но... Все же. Похоже, что он считает себя чемпионом. Давай, Данте. Покажи ему, как жестоко он заблуждается. Данте. Ты тот, кто спускался? Все. Да. Вот так вот. Вот так. Хочет ли кто-нибудь бросить вызов этому человеку? Может, он победил? Вот везде, вот это всегда в мире так, не только в игровом. А, вот и соперники! Да, почему они с оружием? Так вот, значит, как, да? Так. Делайте то, чему я вас учил. На. Есть. Вот так. Чему я вас учил? Чему ты их учил? На. Есть. Дамы и господа. Карнавальные игры подошли к своему концу. Подходите и посмотрите, как победитель получит золотую маску. Давай, сыночку наш своему. Наш победитель проявил себя как быстроногий везде бегун, такая хрень. Сильный воин, мудрый стратег и, без сомнения, любимец женщин. Еще бы. Он честно победил в играх и заслужил свой приз. Золотая маска достается... Золотая маска достается... Данте Моро! Да кто бы сомневался. Поздравляю. Увидимся этим вечером. Ну что я рассчитывал? Это везде так, да? Ладно. У них претензии. Мы знаем, что этот мир несправедлив. И не надо тут соплей разводить. Так уже лучше. Но я всегда говорю, лучшее лечу. Ну что ж, давайте идем. Это профилактика. Граждане республики, в связи с... Зато у меня много денег. Настолько много, что я могу делать вот так. Согласна. Идемте. Давай. Какая подберухи. Нищеброды. Прости, Эцио. Мы не знали, что Сильвио пойдет на обман. Хм. А должны были. Сестра, ты просила нас сообщить, если мы увидим того гада, который украл золотую маску. Он идет на праздник к Дожу. Я иду за ним. Перехвачу по дороге на бал и отберу маску. Как? Прибив этого стронца? Да. Ты знаешь, что на кону. Нет. Если ты убьешь его, они отменят праздник, и Марко вернется во дворец. А тогда наши труды снова пропадут даром. Нет, ты должен украсть маску. И тихо. Мои девочки помогут тебе.
Они уже идут ко дворцу, разойдутся вдоль пути и отвлекут его внимание, пока ты будешь воровать маску. Бабене, давай. Это можно. И не убить еще. Так, украдите золотую маску Данте Мора, чтобы попасть на праздник и убить Марка. Ну, это мы поняли, что надо украсть, чтобы попасть на праздник и убить. Веди. Пойдемте. Эй, Белеса! Где вы? Он где-то. Да здесь он где-то должен быть. Вот идет Джованне, сеньоре, что тут за нас ведет. Скажи, ты не хотел бы немного развлечься, а? Хочешь расслабиться? Чао, Белло. Выучишь пару? Белли Джованни. Какой приятный. Своровать мою маску своровали. Это выше моих сил. Нате. Конечно. Ой. Ну-ка, можно купить что-нибудь еще? Нет. А, ну, значит, в другой раз. Так. Девушки, вы у меня, да, здесь? Давайте, если вы со мной пришли, то давайте. У меня на маске есть цифра 1, там 3, 4, чего там. Ну-ка, давай. Бонасера, сеньора. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. У тебя все получилось. Марко на лодке у берега. Через несколько минут он начнет речь. А пока иди с моими девочками. Они помогут тебе укрыться от глаз. Так, пойдем, пойдем, пойдем. А, мне нельзя, да? Я должен так. Сам должен. Еще сейчас прятаться. Найди Господи. Его! Ты тварь! Стукач! Добрый господин! Вырывай! Это не. Да блин, ты блин. Тебе смешно? Ладно, давай попробуем еще раз спрятаться. Что за маска такая, что? Видел его. Он убегает. Вот так, держи его. Его. Блин, блински. Ладно. Если вы проигнорируете, так? Понятно. Ха, отлично. Почти как по-настоящему. Так. А что мне надо? Подождите, девочки, я с вами постою. Мне надо продержаться только, я так понимаю. Ну-ка, давай посмотрим. Я ничего не прячу за корсажем, извращенец. Это лицо мне знакомо. Вот так. Я уже видел. Лачу! Блин, все-таки спалили. Вообще все нас прячусь. Если уж на то пошло, раз они народ распихивают, расталкивают. Ну это единственное, наверное. Ну что, покидаемся карликами? Карликами. Ждем.
Ай-яй-яй-яй. Ну ладно. Вон туда наверх можно пойти запрыгнуть. По лестнице подняться. Ну что-то я... Ага, сюда, видите, не спрятаться было. Они сюда все равно заходят в эту... В этот закоулок. Сено не тыкаете, нет? Правильно, не надо. Не стоит. Можно, конечно, перегнуться вот так вот через этот и сидеть. Давайте. Выждем время, осталось. 6, 5. Обратный счет. 1. Да, надо было выждать. Дамы и господа, поприветствуем сиятельного дожа Венеции. Бенвенуты! Добро пожаловать, друзья мои, на главный праздник года. Мир или война, время процветания или упадок. В Венеции всегда будет карнавал. Какие громкие слова. Неда. Он не выходит из лодки. Мне придется плыть туда. Я бы не советовал. Тебя тут же заметят. Тогда я пробьюсь. Стой! Сегодня праздник нашего величия! О, как ярко сверкает наша звезда на небосклоне! Вот он, твой пистолет. Тот, что помог остановить убийцу. Он громыхает так же, как и эти... Взрывы. Если рассчитаешь время, то никто и не заметит. Неплохая мысль, сестра. Я буду ждать тебя в борделе, сын мой. Так, ждем. Мы помним, что позади у нас тяжелые времена, но мы пережили их вместе. На. И сваливай сюда за борт. Показательно. Нет. Слишком рано. Я не готов. Не готов к обычное чему? Обычное дело. Смерть, будь милосердна к нему. Покойся с миром. Ой. Ой, что-то вас так много. Молодец. Так, подожди. Ой, ты не видела ничего подобного. Вот так. Клоун из него так себе, верно? Ой, я тебе дам сейчас клоун. Простите, да, я не хотел. Опа. С чего это? Должно быть, помогает оставаться в форме. Так, ладно. К вашему сыну. Мужики. Поможете? Ну, плывем. Вы пока там перебегите. А я пока... Вот, вот здесь вот поднимусь. Мне кажется, я бы все равно спалился бы и так, и так. Поэтому как я его убил, значения не очень-то много. Давай, по крышам. Макоза, что на него нашло? А вот. Физическую форму поддерживаю себя. Физкультура, так сказать. Знакомо? Чтоб я тебя больше не видел, так конечно не увидишь. Плачу тебе. Тихо. Опа. Да опа. Да опатушеньки. Успел до того, как они среагировали. Отличная работа, спектакль.
Qué spettacolo! Да ты герой! Должно быть, ты устал. Иди сюда, отдохни. Вот это я понимаю. Спаситель Венеции! Что я могу сказать? Быть может, не стоило колебаться. Теперь, когда части мозаики сложены воедино... Довольно об этом. Ты потрудился на славу, сын мой. Твое усталое тело нуждается в отдыхе. Молодец. Сестра, я испытываю невыносимую боль. Мое тело отчаянно нуждается в отдыхе. Вот так. О, не волнуйся, мы утешим тебя. Девочки. Ага, сестра нет. Ну ладно. Ну тоже неплохой выбор. Ну какой выбор еще? Большой выбор. Так, надо с себя снять подозрение теперь. Где там глашатый? Сейчас заплатить по-быстрому, я видел. Они где-то есть. А, вы стали инкогнито. Все, наконец-то. Что, дислокация новая появилась? Ну. Вид от первого лица. Вид от второго яйца, от первого лица. Сейчас мы. Забаха, Венецианская республика, 1486 год. О май год. Перл храбрости. Вот сейчас вот. Да, кстати, вот открыл снова этот. Походу дело. Стой. Что-то знакомый мост. Давай, рассказывай. Эцио, мистер Антонио хочет поговорить с тобой. Спасибо за сообщение. Хочет, поговорим. Так, а мы где находимся? Нет. Меня интересует... Да, вот это меня интересует. Ага, ладно, сейчас телепортируемся. Так, вот мы телепортировались. Давайте. Зайдем и расскажем ему все. Ха-ха-ха, вот ты где. Эцио, я хочу представить тебе моего знакомого. Это Агустино Барбаригу. Скоро он станет дожем Венеции, благодаря тебе. Для меня честь познакомиться с вами, дож. Сожалею о кончине вашего брата. Он сам во всем виноват. Эти Борджия купили его с потрохами. Но я такой ошибки не допущу. Пойдем, Эцио. Нам нужно о многом поговорить. Пойдем. Мы нашли Сильвио Барбаригу. Он укрылся в арсенале. Ха! Укрылся! Скорее уж захватил. У него там не менее 200 наемников. Вы же дож. Неужели вы не можете приказать ему сдаться? Комитет 41 еще не утвердил мое назначение. А эта выходка Сильвио только осложнила дело. В его распоряжении целая армия. Тогда помогите мне собрать мою. Я знал, что ты так скажешь. Бартоломео Дальвьяно, вот кто тебе нужен. Сильвио не по душе ему и его людям. Он живет в армейском квартале. К юго-западу от арсенала. Ва бене. Я встречусь с ним. Давай. Это мне куда надо? Да не ты. По карте куда? Сюда? А, нет, это мой маркер. Ну что ж, поехали сюда. Телепортируемся. Так, вот мы у места. Куда нам надо? На помощь! Ну давай поговорим. Ты один из людей Бартоломео. Что произошло? Где он? Бандиты Сильвио напали. Забрали его. Увели вглубь квартала. На север. Разберемся. Так, надо его найти будет. Покойся с миром. Как ты его мог глаза закрыть? По-моему, свежему трупу, пока он не остынет, не закрыть глаза. Давай, принимаем. Так, вот мы у места. Куда нам надо? На помощь! Ну давай поговорим. Ты один из людей Бартоломео. Что произошло? Где он? Бандиты Сильвио напали. Забрали его. Увели вглубь квартала. На север. Разберемся. Так, надо его найти будет. Покойся с миром.
Как ты ему мог глаза закрыть? По-моему, свежему трупу, пока он не остынет, не закрыть глаза. Давай, принимаем. Так. Добрались до места. Да подождите. Похоже, вы спрашиваете себя, как это возможно? Только освободите меня, и я с радостью покажу вам, трусливые говнюки! Внимание! Так. После пожара во время фестиваля... Ну давай, куда-нибудь, туда-сюда. Нет доблести, нет добродетели! Неудивительно, что когда немцы клонятся к закону... Так. Что может быть? Чикара вывешен... Заставь их задуматься. Давайте. Давай, давай, давай. Продавать свою честь и достойную за пару монет. Отойди. Вы понимаете, что служите? Наконец-то! Ты ждал меня? Не знаю, расцеловать тебе или дать по морде. Может, и то, и другое, на всякий случай. Вижу, ты в порядке. Кто ты? Я Эцио Аудиторе Деференце. Я спасу тебя. Спасу? Мы еще посмотрим, кто кого спасет. А чем это ты? Все туда! Схватите их! Сегуми. О, извини. Подожди. Наконец, стало интересно. Вот так вот, видишь? А ты еще кого-то сопротивляешься. Ко мне. Только не переутомись. Нам пора. Точно. Нужно Сналивай. Разбить еще пару голов. Может, обойдемся без кровопролития? Почему? Ты боишься? Давай, давай, Нет. давай. Проявляю Уходи. Осторожность. Их в 100 раз больше, чем нас. Из зоны вышли. Как вам угодно, Бэдэмио. Действие. Осторожнее с тем великаном. Его зовут Данте. Остальные люди Сильвио жалкие псы, но этот Данте опасен. Ничего страшного. Я самый опасный здесь. Свобода. Видишь, какие там у меня доспехи? Как я по тебе скучал. Сильвио поручил своим людям разорить это место. Ну-ка, подождите, давайте посмотрим по карте, чего у нас там. А куда нам идти? Ага, вот сюда нам надо. Готовьтесь к бою. Ха! В том нет нужды, Бартоломео! Продемонстрируй свое мастерство. Оп, потихонечку. Наконец-то стало интересно. Вот так вот. Идем. Куда идти, Мадонна? Лучше уж кости ломать. Следуй за мной. Кому-нибудь пахали. Пошли. Так. Блин, они на тебя-то как-то активизируются-то. Так, сюда. Твое жилище. Если тебе дорога жизнь, сдавайся. Ни за что. Отними у человека свободу, и что у него останется, а? Нет, в клетку я не вернусь. Сейчас ты отправишься в могилу. Пельмени Убейте. Из вас наделает. На котлеты порубит. Андиамо. Давайте повеселимся. Давай. Оп, оп. Вот так вот. Ага, ты, значит, не берешься, значит, такое вот. Ну ты знаешь, я тоже не промах, парень. Вот так вот. Идем. Пошли. Не будем задерживаться. Ну и свалку они устроили. Что не Надеюсь, так-то? Бьянка не пострадала. Бьянка. Вот самое интересное, это его, наверное, Бьянка, кстати. Кого он так? Как в Кеничи. Себастьян, твой выход! Бьянка! Бьянка! Эй, все в порядке? А ты как думаешь? Оглянись вокруг! Бедная Бьянка. Если с ней что-нибудь случилось... Сейчас найдет. Ага! О, любимая, ты жива, слава богу. Эцио, это Бьянка. Бьянка, это Эцио. Ну, учитывая, как он держит меч, он им умеет управляться. Итак, я знаю твое имя. Мастер двухручника. Тебе нужно. У меня есть дело к Сильвио Барбариго.
Сказали, ты поможешь. А, ты окажешь мне честь. Но мы не можем идти против него вдвоем. То есть, почему я это? Хотел сказать, втроем. Может, у тебя есть какие-нибудь предложения? Я пойду, подготовлю к бою людей. А ты в это время займись вызволением пленников, которых захватил Сильвио. Мы не можем поступить со совестью и бросить. Это побочное явление. Интензи. Освобождение пленников. Я немедленно этим займусь. Удачи тебе, Эцио. Но тем не менее, надо заняться. Давайте. Такое вот мероприятие. О, так оно еще и недалеко от нас. Что, где-то тут, да? Давай. Я даже знаю, где. Вот смотрите, вот кто здесь вывески будет читать? Вот теоретически взять. Они должны быть где-то внизу. Чтобы всяк прохожий мог прочитать их. Ну, кстати, и это тоже сомнительно. Учитывая, что бумага была в то время дорогая, ее производство делалось там пипец-пипец какая, а люди были неграмотные. И бумагу брали, чтобы вытирать свою жопу. Поэтому... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ка, давайте-ка наймем кого-нибудь. У меня на карте есть? Нет? Показаны кто-нибудь? Наемники, нет? Нет, наемники не показаны на карте. За ними бежать надо куда-то. Ладно. Подождите. Сейчас глянем. За углом уже где-нибудь кто-нибудь обитает. Нет, смотрите-ка. Пока никого нету. Вводится дополнительный налог на предметы. Так. Откуда мне знакомое его лицо? Майкло, бей его! Будь здоров. Да тихо ты. Давай. Смотрите на их гордую осанку. Смотри, смотри, как я умею. Оп, 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 оп. Видал? Что ты так не умеешь? Так, первое освобождение. Спасибо за помощь, друг. Если хочешь, мы будем сражаться на твоей стороне. Хочу, сражайтесь. Не отставай. Так. Где-то здесь. Надо все делать быстро. Не зря я ношу эту одежку. Так, это у нас Данте. Не, не Данте. Почему Данте-то? Данте это... Тот, который спускался за любимой в ад, все 9 кругов ада прошел, чтобы любимую забрать. И ему нельзя было оборачиваться, а иначе окаменеет. Ну и он и жена, если не ошибаюсь. Сиди здесь. Сюда. Стой здесь, за мной. Пойдем. Ваш господин в цепях, а отряд разгром. Да блин. Вот так. Может быть, нет. Так. Подрубил. Ножки картошки. Самое чудительное, на самом деле я на мечах ни разу не сражался. Это страшное оружие. И это только кажется, что это все так легко и просто на мечах. Ни хрена. Мы с тобой, друг. Скажи, куда идти? Всякому умению надо учиться. Всякому. Так, сюда. Вот он, за ним. Сейчас будет бой. Каждый вечер. Ой, давайте посмотрим вот это мясо. Вот так, смотрите, вот ко и мне. Все. Не будем на него тратить ни сил, ни времени. Он нам не нужен. Так. Надо будет открыть, кстати, здесь. А то что-то в темноте. Потом как шарюсь. За ним! Это странное чувство. Да. А потом его... Да. Не подходит под описание. Ой-ой-ой-ой-ой.
О, подожди. Так. Давай. Держи, я его видел. И второго копьем. На! О, господи, вот это! Вот это удар! Да, убийца! Спасибо за спасение! Никакой Позволь помощи нам вам! Так же помочь тебе! Помогайте, давайте! Уху! А спонсор сегодня наше, что у нас? Пиво Стронбок. Ну, короче, какая-то обезьяна тут нарисована, немецкая, кстати. Хорошее пиво. Вот что я могу вам. Чтобы смотреть, уходи. Что я вам могу сказать? Хорошее пиво. Ну давайте телепортируемся обратно. Так, телепортировались. Заходи. Рассказывай, мужик усатый. Привет, Эцио. Добро пожаловать. Кстати, моя армия снова со мной. Теперь Сильвио поймет, какую ошибку он совершил. Что будем делать? Навалимся на арсенал всем скопом? Нет. Ну, почти. Так нас перебьют у ворот. Я придумал кое-что другое. Говори. Возьми моих людей и расставь их по всему кварталу. Они поднимут шум, и это заставит Сильвио бросить против них почти всех воинов. Тогда в арсенале останется мало наемников, и я смогу проникнуть внутрь. Именно! Тебе никто не сможет помешать. И надеюсь, он клюнет. О, не беспокойся об этом. Вот так. Выманиваем его. Андиамо. Хитроумный план. Так. Блин, вот вас только вести надо. Это. Ну-ка, давайте посмотрим, далеко вас вести. Ну да, так-то далековато. Давайте будем надеяться, что есть дорога прямая. По этим трущобам бежать. От Call of Duty по трущобам бегать. Это, знаете ли, опасное дело. Такое неблагодарное, я бы даже сказал. Все норовят тебя убить. Пристрелить какие-то, я не знаю, бразильцы там. Мексиканцы, наркокартель. Почему наркокартель? У нас что, больше наркокартеля, больше никого нету, что ли? Жди. Идем. Врачу! Он там, вперед! Да подождите вы. Не трогайте. Не трогайте. На. Подождите, подождите. Вот так. На. Подождите, я его так заклинаю. Опа, мимо, да? Опа. На. Итак. Теперь мне переодеться надо? Жди, пока я подам знак. А, нет, надо так, приказ. Знак подать. Подождите. Сюда. Прошу прощения, не та миссия. Так, ладно. Просто я думал, это... Ладно, что я думал, то я думал. Оставлю свои мысли при себе, чтобы вас в заблуждение не вводить. Единственное, что... Когда вы смотрите компьютерные игры, не... Надо башкой тут ехать. Блин, они там схватку сцепились. Стоило вот оно того. Блин. Это у многих людей башка едет. Это от того, что... Подходите, уважаемый клиент. Так, а у меня тут есть кто-нибудь, нет, на примете? Блин, подождите, давайте сейчас пройдут вот эти бойцы. Не за что, блин, они вот эти.
Это все где-то рядышком. Подождите, вот за стеночкой буквально. На! Подожди, в другую сторону. На! У меня, блин, отражение, я не знаю, насколько. Ну-ка, могу тебя схватить. А, стой, подожди. На. Подожди, раскнуть. Так. На. Пробил. Да нормально, что я без них справился. Прибежали дармоеды на нахлебники. Стой здесь, на страже. Я не подведу. Идем. Станкбок. Вот пиво, как называется. Ну, по крайней мере, я не знаю, это одно из названий, которые я там вычитал. Ой. Уйди отсюда, челядь. Лебей, челядь. Все, что-то тащите. Что вы тащите-то? Не суну на заводах так не тащат, как вы тащите. Все время что-то тащат. Ой-ой-ой. Он не может ходить по человеку. Так. 74 оборота. Я понимаю. До свидания. Подожди, я обошел его. На. Следуй за мной. А что за убийство? Я так и не понял. Что значит почти преступление? Еще один труп. Кто-нибудь видел убийц? На. Да благословит вас святая тема. Вот так вот. Сегуми. Это мы убили, да не тех, я так понял, что мы не тех убили-то. Сейчас подходишь под описание. Ну-ка, давай-ка вот так вот. Да иди ты нахрен. Честно тебе скажу. На. Вот так. Не отставай. Завалил, да не тех. Бывает. Ты будешь ждать меня здесь. Когда будешь готов, дай знать. Так, ладно. Телепортируемся. Добежали до двери. Давайте. Входим. Услышим сейчас наставление. А, вот и ты. Все готово? Да, все твои люди расставлены по местам. Бене, возьми это. Надеюсь, ты знаешь, как с этим обращаться. Найди самую высокую точку в квартале и выстрели оттуда. Это будет сигнал для моих людей. Хорошо. Отлично. Увидимся на поле боя. Увидимся. Это точно. Давай. Ну, вроде такое, как сказать, задание. А-а-а! Это какой-то этот монастырь с крестом, потому что там только была высокая точка. Пипец, какая высокая, я там все видел. Вот, скорее всего, он про нее имел в виду. Вот так, то, что я оббегаю, правда, оббегаю и мог бы плыть по реке, ну, по времени одно и то же бы занял. Что-то я не понял, это что, высокая точка, что ли? Я видел выше точку. Или это только надо в определенном квартале высокую точку-то найти? Оп, опа. Нет, вот с этого окна надо. И оп. И оп. Давайте, давайте. Блин, вот так бы научиться, да? Так, опа. И можно смело уже брать заказы там, я не знаю, там, на убийство
какого-нибудь козла в туалете там в общественном. Я просто не знаю, чем занимаются они. Ну, в смысле, знаю, чем занимаются. Просто как это все выглядит от фильма, они отличаются, естественно, очень. Салют! Китайский. Порох. Как у вас порох оказался, неизвестно, конечно. Хотя, учитывая, что фейерверки были уже на фестивале, поэтому порох у вас уже присутствовал Китай, потому что не хотел делиться этим секретом с вами. Вали его, козла! Бартоломео, нужна помощь. На! Да, там где-то сено было, но сено это не для меня. Я должен вернуться. Ага. Сено. Убегает, падла. Привет, Эдзо. На. Можно мне с вами? Конечно. Оп. Опаньки. Где-то я уже его видел. Так. Ну, вроде со всеми справился, да? Помог же вам? Хорошо. За ним! Крутился, крутился под ногами. Опа, опа, и под тихой лавочки вынес всех. Давай, Эцио. Эцио аудиторы. Блин. У меня тут столько имен это сплелись. Это честь для тебя умереть от его руки. Отвали, тварь недобитая! Порка Путана! Пойдем, Эцо, проучим этого жирного ублюдка! Так. На! Ага. Так, ладно. Это я как-то, видимо, не так сделал. Его надо, видимо, шпага убить. Ну, шпагой, саблей, рапирой. Называйте как... Короче... Так. На. Подожди. Ага, он не выдает мне это оружие. Хрен заберешь. Ты в могилу вслед за ним. И ты, и твой конец яр. А потом мы придем за твоим дядем. Так, ну ты вот, а что прибежал? Соткой и сестричкой. Ну-ка. О, возможно, я пощадил. На! Довольно! У нас нет времени! Твоего сынка, порубили! Пора отправляться! Эцио, иди! Этот громила приведет тебя прямо к своему хозяину. Я останусь тут со своими людьми. Мы задержим стражу. Задержите? Ну ладно. Торопись, а то они уплывут без нас. Я сынка хотел порешить, вы чё? На котлеты, в мясорубку. Здесь ты не... Извините! Мы поймаем этого не гада! Не рассчитал силу! Стронца! На! Ты все, уверните его! Блин! На! Первый есть! Тебе конец! Ничего страшного! Я тут не при чем! Где? Вон он, сынок, бежит! Плохая идея! Будет рыдать, как бедный. Далеко он не уйдет. Так. На корабле ты думал спрятаться от меня? Давай. Давай. Так. Подождите. На! Его же сабли, его же... Опа, подождите. Обслужай его. Так.
Блин, да как мне его? Помнишь, как мы зарубили того швейцарца? Я вижу рогатый, попробуем еще раз. Отпускай его! Его застрелить охота. На. Подожди. Помнишь, как мы зарубили того швейцарца? Так. Подрубил. Вставай перед ним. На. Так, подожди. Бля, не ту нажал. Минутку. Что такое? Назад. На, на. Удобного момента. Вот так вот. Что произошло? Метательный нож решил делать. Почему здесь лодки? Я думал, ты хочешь стать дожем. Это просто уловка. Мы должны были отплыть. Куда отплыть? Не скажу. Они отправляются на Кипр. Они хотят... Они хотят... Чего хотят-то? На не Кипр! Не бойтесь тьмы. Раскройте ей объятия. Так, надо покойтесь сваливать отсюда, я так понимаю. Миром. Отлично, Эцио! Сильвер разбит! И квартал снова в наших руках! Ну это прекрасно, быть прекрасно! Может, теперь в Венеции воцарится мир и покой! Давайте отпразднуем нашу победу! Я рад за тебя и твоих людей, Бартоломео. Но я не могу присоединиться к вам. Боюсь, что мои планы круто изменились. О чем ты? Сильвио не собирался свергать Марко. Он лишь хотел покинуть Венецию. А все это было затеяно для отвода глаз. Зачем? Именно это мне и нужно выяснить. Так, вам нужно выяснить, а мне надо жесткий винт покупать новый. Потому что старый у меня, по ходу дела, все сдает потихонечку, копыта дает, извините, но 2 терабайта на винте тоже. И они, если они подыхают, надо их заменять на этот, на быстрый винт. Так что, я думаю, надо заканчивать эту сессию. Давайте посмотрим, чем закончится эта сессия. Какая-то дополнительная часть мне открылась в Венеции, да? Венецианская республика. Ну да, какая-то, видимо, дополнительная часть мне открылась. У меня вы можете посмотреть, как проходятся гробницы, где находятся знаки, как они проходятся. Причем знаки у меня от середины расходятся влево и от середины вправо прохождение этих знаков. Вот ты где, Эцио. Что за серьезность? У меня день рождения. Правда? С днем рождения. А тортик... Это чудесно. А свечка? Чудесно? 10 лет прошло с тех пор, как отец и братья погибли. 10 лет я выслеживаю их убийц. Я так близок к цели, но... Так и не понял, ради чего все это было затеяно. Может, ты и не понимаешь этого, но жизнь многих людей стала лучше благодаря тебе. Довольна об этом. Смотри, я принесла тебе подарок. Это декларация судового груза. Того самого корабля. Корабля на Кипр? Ты не шутишь? И угадай, когда он возвращается. Завтра. Эцио. Леонардо. Блин. Когда ты вернулся? Только что. Мне нужно поговорить с тобой. Немедленно. Давай, говори. Хорошо. Веселитесь. Надеюсь, это важное. О, да, да. Пойдем со мной. Не отставай. Давай, пойдем. Блин, я думал сессию заканчивать, ну ладно. 2 последние страницы Давайте кодекса. Раз. Я изучал их и... Удивительно, как я раньше этого не заметил. Если сложить их вместе, то знаки на обороте складываются в слова. Вот. Пророк придет, когда вторая часть окажется в плавучем городе. Пророк? Плавучий город. Венеция. Только пророк откроет это... 2 части Эдема. О чем ты? Эцио, что это? Леонардо, мы давно знаем друг друга. Кому верить, если не тебе?
Да, вот я тебе это верю. Дядя Марио рассказал о скрытом в кодексе пророчестве. Оно приведет к древней сокровищнице, в которой хранится могущество. Точно. Серьезно? Но если ты забрал эти страницы у Барбарига, то, вероятно, они тоже знают о сокровищнице. Это плохо. Постой. Может, поэтому они отправили корабль на Кипр, чтобы найти эту часть Эдема и привезти ее в Венецию. Почему мы на площади опять встречаемся? Кажется, в плавучем городе. Он на той башне и знак. Прямо если эти тоже знак может открыть сокровищницу. На... Боже для мой! Истины. Когда дядя рассказывал мне о кодексе, я был слишком юн, чтобы понять. Но сейчас я понимаю, что это были отнюдь не сказки старика. Они убили Маченига, Медичи, моего отца и братьев. И все ради того, чтобы найти сокровищницу. Да. Испанец. Родриго Борджа. Корабль с Кипра прибывает завтра. Я собираюсь его встретить. Удачи, друг мой. Хорошо. Что ж, я как понимаю, на этом вот сессия там можно уже заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну а мне надо искать средства для, для покупки диска, потому что этот диск у меня копыта двинет скоро. Пока!